наши уважаемые телезрители. Мы рады приветствовать вас на нашей уютной кухне, в нашей передаче «Между нами женщинами». С вами я, актриса Марина Калачинская, и Инна Шихотович, критик, искусствовед. И Лерочка. И Лерочка. Сейчас она появится. Лерочка. Лера. Лерочка. Ой, девчонки, я прошу прощения. Лера, ты что? Я торт зато приготовила. Вот, диетический. Ну и сахара, замечательно. Сахара. Каждый раз вот так можешь опаздывать, только торт приносить. Здорово. Ну, девушки, что у нас сегодня с вами на повестке дня? Подожди, ну что ты ешь-то сразу? Пусть. А попробуй. Слаще будет решаться проблема. Ты же его готовила, ты же знаешь. Я не пробовала. А, ты еще не попробовала. Я готовлю, не пробую. Правильно. Девочки, давайте. Молодец. Да, что, письмо есть? Письмо. Вот письмо есть. Вот есть письмо. И давай-ка посмотрим, какая драма нас сегодня ожидает. Почему драма? Может быть, что-то веселое. Мы с мужем живем в Кирьят-Гате. 10 лет в стране, нам по 37 лет, детей нет. Никак не получалось забеременеть, хотя все проверки мы прошли, а искусственное оплодотворение проходили боязно. Полгода назад я познакомилась на работе с, только не смейтесь, с очаровательным молодым эфиопом. Сказала драма. Опа. И понеслось. Просто безумие какое-то. Я и не думала, что способна вновь почувствовать такой накал страстей. И вдруг у меня случилась задержка. И начала тошнить по утрам. Я бегом за домашним тестом Суперфарм. Какой ужас, две полосочки. Все бы ничего, и я бы, конечно, сделала аборт, но муж случайно обнаружил тест в ванной. Как он счастлив, вы не представляете, а я в шоке. И аборт сделать не могу, и перенести из роддома черненького ребеночка тоже. Даже рассказать некому, что мне делать, Оля, Кирьят-Гат. Да. Да. Я предчувствовала, что сегодня вот будет какая-то драма. Вот это ситуация. Не, девочки, ну это просто... Не, ну еще Александр Сергеевич. Ну, видите, вот... Грешил. Вот. С белокожими. А сам-то он, в общем-то, был как раз вот из этого пленительного племени. Шутки шутками, но это особо не смешно. Нет, действительно, только хотел сказать, это совсем... Не смешно. Девушка, я так подумала, человек всегда хотел ребенка. Она хотела ребенка. Она готова была на многое. Она прошла много всяких разных фаз исследовательских. Да? Ну, в 37 лет вообще это, наверное, уже проблематично. Да, а тут будет ребенок. А ей этот эфиоп нравится, да, судя по письму. Угу. А вот почему она не пишет, как он к ней относится? Любит, не любит, хочет с ней связать свою жизнь, свободен, да не свободен. Нет, ну, смотри, она познакомилась. О чем ты говоришь? Что, ну, что? Какой там любит, они познакомились девочки. Полгода назад, там еще страсть вовсю. Там еще вот там именно, вовсю живая страсть. Да подожди, она познакомилась, у нее даже в мыслях не было, что там что-то может произойти. Вы что, думаете, она думала о том, что вот она сейчас пойдет с ним для того, чтобы забеременеть? Не для того, но если что-то возникло, и что-то как бы между ними существует, какая-то искра пробежала, какое-то пламя возникло, может быть, и на здоровье, пусть оно себе возникло. Как теперь выйти из этой ситуации, когда она замужем? Она, я так понимаю, она не собирается разводиться со своим мужем. Да, но муж наверняка не будет счастлив. Не собиралась. Увидев этого малыша. Да. А малыш небудь хорошенький будет? Я думаю, что да. Малыш небудь будет шикарный. Шоколадный такой. Ну так может быть и все хорошо. Ой, девочки, ее можно поздравить. Не знаю, как, не знаю, как вас зовут. Оля ее зовут. Оля. Оля. Привет, Гата. Оля. Олечка, мое мнение, рожайте малыша. Ничего не говорите своему мужу. Когда родится малыш, тогда вы будете с ним объясняться. Не, Оля, а как вот, Оля, говорю, Оля, Марина, а как вот 9 месяцев вот в этом состоянии, в ситуации, это лжи постоянные? Так они же, нет, подожди, они сдавали анализы, значит, еще забеременеть нет, не могут, искусственное оплодотворение тоже невозможно, потому что это дорого, денег у них нет, значит, ребенка хотят. То есть божье благословение. А взять-то его нельзя, пришел случай, пришел малыш, вот и все. И что сказать, непорочное зачатие, что ли? Нет, зачем так? Нет, потом как-то эту ситуацию с ней берет, признаться. Я не знаю. Я думаю, что чисто психологически опять вот эти вот всю период беременности вот так проходить и ничего не говорить мужу невозможно. Ну, я думаю, что ни одна нормальная женщина не смогла бы этого сделать. Нет, а зачем? Надо его потихонечку готовить к тому, что ребенок темнеет в животе. К чему его готовить? Нет, девочки, так не бывает. Загорел. Нет, слушайте, а можно поговорить, знаете, там же через 3-4 поколения иногда дети рождаются черными, в смысле... Что прадедушка был? Прадедушка там были, прапрапрадедушка был какой-то где-то там, откуда-то там. Я боюсь, что он хочет какую-то генетическую провести экспертизу и понять, что ребенок не его. Ну да, это понятно. Несмотря на цвет. Не, ну мы
абсолютно. Сбьем сейчас, конечно, у него ситуация это аховая. Да, я думаю, что ей надо поговорить просто со своим молодым человеком, у которого такого нестандартного окраса. И сообщить ему, что вот такая ситуация, если действительно, то есть пока у них там страсти, они, да, может быть, до сих пор пока еще хотят быть друг с другом, может быть, попробовать быть вместе. А если ему 20 лет? А ну, еще сказать, лучше, что он маленький. Еще лучше. Хорошо, еще лучше, но все равно эта ситуация не может быть благостной, не может быть гармоничной. Может быть, все-таки попытаться. Тут просто на одну чашу весов у нас возможность родить ребенка, которого не, она не может, не может родить. А на вторую чашу это брак с мужем. Да, абсолютно. Да, да, да. И что? Ну, думаю, ничего что себе чаша. Ребенок, я даже не знаю, что может. Перевешивает, я полагаю, все-таки. Ты думаешь? Да. Для меня мы перевешиваем. Да. А если она родит этого ребенка? Угу. Так. А муж скажет, дорогая, извини, где жить? Квартира одна, что, Машканта? Ты же знаешь эти все истории, Машканта, там, суды и так далее. Нет, так что делать? Как его воспитывать? Понятно, что она же черный мальчик. Если она делает этот выбор, так естественно, что как бы брак она теряет. Да. Но зато у нее остается малыш. Да, у меня как была такая ситуация в жизни, я просто ты тоже родила черного ребеночка? Ты видела моего ребенка? На черном он никак не... Нет, просто была такая ситуация, когда я, малышка моя заболела, когда совсем маленькая была, я лежала в больнице, как бы с совсем крошечной девочкой, которой был месяц, никуда как бы меня не отпускали, я должна была быть с ней днем и ночью, и там было несколько девочек черненьких, от которых отказались мамы. Ну, я не знаю, как возникла вся эта ситуация, что мама влюбилась, не влюбилась, не поехала с ним. Это еще было на бывшей родине. Да, конечно, это было 20 чем-то лет назад. И я очень хорошо помню, я была довольно долго со своей дочкой в больнице, как эти девочки развивались. То есть они садились и начинали уже становиться людьми очень рано. Там девчонки эти садились в полтора месяца, я серьезно говорю, чуть ли не вставали на ноги. И на дерево. Вера, ты не права. Свет ребенка совершенно. Они блестяще развивались. Наверное, что-то есть, вот не знаю, там в генах, в крови, что они вот такие, они замечательные были. Девочки были совершенно потрясающие. Вам честно скажу, что если бы у меня были деньги, я бы их взяла. Приходится выживать, наверное, да? Им приходится выживать в ситуации, в которой другим всем остальным изначально дается какие-то форумы. Недаром они такие хорошие бегуны, недаром у них такая физическая форма. Недаром они потом становятся красавицами. Что Наоми Кэмпбелл это далеко не единственная красавица. Девочки, то есть мы решаем, что то есть у нас речи об аборте вообще не стоит, да? У нас что... чаша всего муж или ребенок, да? Угу. То есть мы не избавляемся от ребенка. Нет. То есть даже не допускаем такой мысли, нет. Да? Нет. Это такое чудо. С другой стороны, да, может там изобразить выкидыш и так далее, да, это же все. И тоже, как с этим жить? Дальше. Нет, как ты говоришь, как вот с этим жить 9 месяцев и потом рожать ребенка? Нет, выкидыш, я имею в виду, то есть на каком-то раннем сроке спровоцировать. Девочки, она так хотела, она столько лет старалась, и вдруг она отказывает от этого чуда, от этого Божьего благословения. Подождите, а чему купила маме? А вдруг ребенок будет белый? Как? С чего? Похож на маму, смотри. А вдруг? Ну, Бог его знает, какие там гены. Ну, это рулетка. Заигравская рулетка. Ну, естественно, это рулетка. И не всегда в нее выигрывают. Это правда, да. Есть такая штука. Черные побеждают обычно. Да, черная краска, как правило, побеждает. Еще бездна об этом. Кошмар. Там, помните, бобы черные и белые, в итоге черные доминируют. Но, тем не менее, она счастливая женщина, у нее будет дитя. Вот представьте себе, вот она обнимет его, прижмет к груди, и это ее дитя, ее продолжение в мире. Это такое счастье. Неважно, останется ли она с мужем или с этим молодым человеком, который... из Эфиопии. Я бы сказала, что главный ребенок в этой ситуации. Угу. Короче, мы пришли к мнению. Да, я тоже. Для меня в этой ситуации, да, главное совершенно безоговорочно, это, конечно, ребенок. Оленька, вы поняли мораль, да? Рожать, рожать и рожать. Это будут трудные 9 месяцев, да. Это будет тяжелая дорога, но потом будет счастье. А с мужем? Маленечко, держи. Белый торт, если сейчас сделаю шоколадный на тему. А с мужем вы потом разберетесь. Поверьте, все уладится. Еще целых 9 месяцев впереди. Вообще-то а потом нам... целая жизнь. Замечательный малышок, пробуй, который станет взрослым, который станет талантливым, который будет бегуном или актером, или доктором. Или певцом, а может, это девочка. А что мы все время говорим про мальчика? У них вокальные данные, да? И пластика. Тело всегда изумительное. А потом она будет, представляете, а потом она будет гордиться. Она будет красавица. Все, это будет девочка, она будет красавица. Оля, рожаем. Дорожаем, конечно. И удачи, и счастья. Удачи вам, счастья и, конечно же, здоровья.